Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы смотрим третью версию Фореста. Так, ну я уже на новой видеокарте, поэтому хер его знает. Ну, стабильно, пока 30 FPS, без балды. Воу. Та-та-та, это шагомер. Угу. Хорошо, нахер его. Он нам пока не нужен. Давайте пожрем. Пособираем тут все, что есть в самолете, и пойдем таки посмотрим, потому что, говорят, переработали и доделали многое. Что у нас есть? У нас есть под Молотова, у нас есть что попить. У нас есть наш... Скорее всего... Ну да, блядь, переработали. Это как называется, нахер? Так, давай сюда. Но, кстати, с новой видеокартой стабильность куда лучше. То есть мне очень и очень нравится то, что я, в принципе, вижу. Это средние настройки, средние-высокие. И, блин, все довольно неплохо. Все довольно красиво и красочно. Я раньше не мог этого оценивать, но теперь как-то получше. Давай сюда. Так, давайте забафаемся броней. Окей. Еще надо бы короля одного заебашить. Ну ладно, потом. Стой нахер, игуана. О, кроль, кроль. Что-то как-то не особо у меня идет охота за кролями. Да иди сюда, мать твою! Да вы посмотрите на него, ублюдок. Так, скроль есть, все есть, валим на побережье. Говорят, еще подработали под стабильностью, теперь появился некий режим спокойствия или безопасный режим. Теперь можно будет играть без туземцев, то есть просто тут строится. Ну вон они уже стоят. Как бы не прокнуло, знаете, они уже здесь. Но поскольку я знаю то, что самолет в любом случае падает где-то рядом с ихними пещерами, то ничего другого ожидать и не приходится. Это я сейчас выйду где-то возле яхты. Хотя нет, не похоже. Давайте-ка сбегаем, посмотрим, что тут есть. На побережье лучше не строиться, потому что, ну, печальный опыт. Но для первого взгляда на... Да. Это, конечно, вы круто придумали. Туда, блин. Тряпки тут есть, это очень мячики. Тряпки это очень хорошо, потому как они мне пригодятся сейчас для коктейлей Молотова. Ну, и чё? Райт и райт. Ой, пардон. Разучился крафтить. Так, сколько у меня тут еще одна тряпка осталась? Ну давайте-ка еще. Да бля, ёпта, что я путаю-то? Так, ладно, 4 коктейля. Я думаю, баг с коктейлями Молотова по-прежнему не исправили. Но проверять я сейчас не особо хочу. Такс. Что у нас тут есть? У нас тут есть побережье. Два пути. Туда или туда. Херовый. У меня выбор, в принципе. Ну ладно, пойдем туда. Хотелось бы сходить посмотреть, что там с яхтой, потому что, как вы помните, там был во второй версии проигрыватель. Можно было под музыку херачить. Он моментально восстанавливал выносливость.
Ну, прорисовка стала лучше. Теперь, видите, дальше оно прорисовывается. Хотя у меня стоит она на максимум. Так, вот сейчас проверим. Ну да, получше стало. Блядь! Чё ж так пугаете-то меня своими погодными условиями? Так, ладно, что сюда добавили? Костры. Тут ничего, тут ничего. Ничего, ничего. Это что такое? Custom building. Короче, палка, которой помечаешь, куда идти. Деревянная лавка. Тут по-прежнему эти три ловушки несчастные. О, дом! Дом, ёпта, на воде! Хочу дом на воде. А почему он не отрисовывается? Я же сказал, хочу дом на воде. Не, не работает. Ладно, печально. Обидно, досадно, ну и хуй с ним. Так, снова появились, смотрю, эти пугачи. Сразу где-то тут поставим, в принципе, этого пугача. Ну, у меня, правда, нету останков, но сейчас походим по берегу, думаю, найдем. Такс. Чё тут надо? Камни, палочки. И одна голова. Хорошо. Вот там, я видел, у нас яхта. Поэтому я был прав, и мы, в принципе, недалеко от того места, где у нас тут где-то пещера. Да, она, по-моему, прям здесь. Такс. Давайте палочек немножко захерачим. Да листики, вон палочка. Стоять. Такс. Такс. Ну, блин, как-то, знаете, со стабильностью как-то получше играть так-то. Не то, что моя несчастная карта, которая, по идее, еле тянула. А так-то уже попроще. 25 FPS. Нормально. А что я рублю, блядь? Что-то я не то рублю. Такс, палочки больше не лезут. О. Колоды. Это хорошо, что колоды у нас есть. Давайте прямо сразу тут и поставим временную ночлежку. Такс, ну вроде никого из аборигенов не видно, поэтому... Сюда. Так, камни, бревна, все нормально. Такс. Да вы чё, блядь, охуели, что ли? Чё, вообще обезумели нахуй? Я только начал игру. Вы чё, твари ебаные, блядь? С одного удара? С одного удара? Блядь. Ну что за говно? Use the flashlight. Охуеть теперь. Да я вижу, что весь в говне. То есть и броню пробили, и меня, блядь, чуть не заебашили. Ну вы вообще даёте, конечно. Ладно. В жопу этот мячик. Такс. Где-то там мы что-то начинали строить. Хорошо, что хоть отметка какая-то осталась. Но я сейчас же выйду, блядь, ночью. Поэтому хер его знает, что там будет. Так, тут уже все открыто.
Хорошо, хоть видно стало, хоть текстуры не прогружаются. Походу. Такс. Детка, привет. Такс. Они тут тусуют. Смотрите, какие говносраи, ну. Они прямо здесь. То есть все, анал карнавал. Приехали. Блядь! Один удар! Фига! Не, ребят, по хардкору они что-то совсем охуели. В край, по-моему. Потому что, блядь, мало того, что мне всю броню снесли там с одного удара и все жизни. Так это еще хуй с ним. Так еще и в пещере полно этих звонов. О, да, эта игра будет очень и очень неплоха. Я уже это чувствую. До следующей версии будет еще 20 дней, 6 часов, 2 минуты и 40 секунд. По итогам. И сейчас я вам попробую огласить список обновлений. Проще говоря, в этом обновлении нам обещали, что каннибалы теперь будут умнее, но это заметно на самом деле. Ну, или они просто имбанутые нахер. Вот, каннибалы теперь будут носить на себе больше костей, то есть, возможно, появится больше мутантов. Ну, так было написано в прайсе. Изменений ждут сама карта острова, потому что... Будут добавлены, говорили, новые локации и новые предметы. Также обещали расширить и крафт. Но не сильно так его прям расширили. Теперь на плоту, говорят, можно плавать. Добавлен вот этот мирный режим, но я пока, ну, то есть, не вдуплил, как его активировать. Но это не важно. Вот. И что еще? А, еще, говорили, будет добавлено новое животное, что-то вроде змей. И будет добавлена возможность лазить по скалам. Про мультиплеер пока еще разговоров не было. Говорят, что были добавлены новые ловушки, но я их не заметил, потому что их всего 3. В принципе, да? Также про плот я, наверное, уже говорил. Сказали, что он будет плавать, но это еще нужно проверить. И вот добавили этот дом, но он как бы пока не функционирует, поэтому фиг его знает. Ну, сейчас посмотрим, может, если я нажму старт, то что-то изменится. Но нет, нет никакого выбора режима, там менюшки, всякой остальной ерунды. Мы по-прежнему сидим в пустом самолете, по-прежнему с нами ребенок, которого я еще ни разу не находил. Хотя кабину с этими придурками я уже находил, с пилотами. Пока-пока! Вот она отваливается. Ну, теперь это стало более красиво, то есть... Ну, я не знаю, насколько может быть красиво падение самолета. Хотя, я думаю, если бы мы под таким углом въебались в землю, ничем бы это хорошим не кончилось. Вот. Мы, собственно, приземлились. Так, здорово, братишка. Вот, забирай. Надеюсь, я тебя потом найду. Давай, иди отсюда, нахер. Такс. Ну, особо я ничего не вижу, никаких менюшек выбора режима или чего-то остального. Просто я думал, что получится загрузиться, а сейвы по-прежнему ж не особо четко функционируют. Так, давай сюда, блин, топор. Я полажу тут сейчас. Так. А можно как-то его
дюзать. Вот этот шагомер. Зажигалка наша стандартная. Книжка, да-да-да. Ну вот, давайте посмотрим. Новые ловушки, они тут сказали. Вот этой, по-моему, не было ловушки, да? Да, потому что тут нужны канаты. Новые ловушки! Прямо же их так до хера аж одна. Хорошо. Happy birthday, trap. Угу. С днем рождения, ловушка, типа. Окей. Так, вот этот плод, сука. Опять же, веревки и опять же клоуз. Ну, клоуз хуй с ним, а вот веревки. Что-то это как-то так себе. Так. Вот эти вот менюшки по-прежнему крафтовые закрыты. Тут только два. Нет, вру. Да, два. Два новых тотема добавили. Вот этот из рук и вот этот из головы. Что? Что? Птица! Птица символизирует опасность. Не, на самом деле, потому что, когда прилетает вот эта птичка, это значит, что аборигены где-то рядом. Так, давайте посмотрим. Телепортация, блядь! А если бы я топор не взял? Охереть теперь. Ладно, давайте-ка еще походим тут, посмотрим, чё, как, а какого хера тут палатки? Ну так, просто, мне просто интересно. Палатки. О, смотрю. Смотрю, рука. Да, это именно рука. Кролик, не спеши. Такс. Да, что-то тут как-то руки лежат. Чё они тут лежат? Вроде как бы не должны. А, это сожженные люди. Все, я понял. Только руки у них заглючили почему-то. Так, с варанчика захерачили. Давайте-ка еще немножко побегаем, потому что, ну, это какая-то ерунда. Так, с... Деньги? Деньги. Так, херанули лекарства, то что-то ХБ у меня не восстанавливалось. Иди сюда, блядь. Не. Птичка как бы не особо. Хотя я бы птичку сожрал в первую очередь. Все-таки экология. Там как этих варанов или можно их есть вообще, я не в курсе. А вот птичку можно есть любую. Такс. Еще брони. Так, камней больше нельзя брать. Что тут есть? Так, это нам не нужно. Какие-то цветы. Это для бомбы. Чипики. Мячик. Туда, блядь. Такс. Вот это вот телепортейшн мне понравилось. А я могу как-то так же зайти обратно. Было бы круто на самом деле. Ну ебать, ну ёбаный... Аборигены! Ненавижу вас! Твари, скоты! Опять они меня преследуют! Я только приземлился! Иди в жопу со своей книжкой, блин. Все, посмотрел. Красавчик, молодец. Надо вваливать отсюда. А, я на том же месте. То есть они тут по скрипту, суки, ходят. Ладно. Так, с откуда они пришли в прошлый раз? Где-то с той стороны, да? Поэтому мы пойдем на этот раз в эту сторону. В жопу такие приколы. Так, ХП у меня по полной. Да, блин, только тряпок нету. Или есть? Не, есть тряпки. Сколько? Одна. Замечательно. Хотя, блин, а чё же я тогда с топором на них полез, если у меня был тогда коктейль Молотова?
Короче, что-то тут явно не так. 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 Ну, остров весь в тумане, поэтому особо тут не посмотришь. Тут что-то камни валяются. Можно вот, наверное, туда пойти. К той горе. Там я в прошлый раз находил кабину. Но по физике, судя по всему, кабина где-то в той стороне. Если учитывать то, как мы летели, то кабина должна быть сзади. От самолета. Такс. Вот эта часть острова, она мне не знакома. Поэтому я бы туда сходил. И тут не, нету знаков этих туземцев. А что с водой происходит? Вы видите вот эти вот блики? Там вдалеке. Ладно. Акул тут не наблюдаю, поэтому можно плыть. Когда-то, когда была особо глубокая вода, персонаж сразу умирал. Этот фикс, это пофиксили еще во втором обновлении. Воу, воу, воу. Following soon. Спасибо, спасибо. Новые острова, блядь. Сильно обновили карту острова. Теперь далеко сможете пойти. Спасибо, спасибо. Угу. Ладно. Я уже жрать хочу между делом. А пожрать-то нечего. Придется такой саморобный костерчик херачить. Только не дождь. Нет, ну дождь. Спасибо. Все замечательно. Или кончился? Нет, вроде. Но еще что-то такое капает. Это, конечно, не выживание, как Лара Крофт выживала в последней части одноименной игры. Но я думаю, вот это... О, пожрал. Немножко. Так, но я думаю, тут можно будет нормально зажить. Потому как тут и деревья есть, и построиться можно. Так, давай вот сюда вот. Так, у меня есть... Блять, мне нужны листья, мне нужны палки. Сейчас все сделаем. Листья и палки. Что за говно? Что за неуязвимое дерево? Палочка упала. Хорошо. Давайте попробуем построить и пожрать. Так, листья мало. Недостаточно листвы. Так. Вот этот куст. Не, это полезный куст, его нельзя. Бля, и это полезный куст. Ладно, в жопу. А, он листьев не дает. Ну ладно. Помню, когда-то давал. Так, ну тут, блин, есть что жрать. Это хорошая полянка. Такс. Так, вроде все забрал. Еще палочка. Может, хоть тут мне повезет, блин. Хоть сюда эти дебилы не припрутся. Хотя, блин, с моим-то везением. Сейчас они не припрутся. Давайте, кролик. Кукинг. Сейчас, если птички прилетят мне на руку, то тогда будем отсюда сваливать. Если нет, то все норм. Хотя, насколько я знаю, на острове почти нету безопасных мест. Туземцев надо по-любому убить, чтобы нарушить. Ну, то есть, они не спавнятся. Так.
Есть. Пожрались. И теперь тут можно поставить, я думаю, лагерь. Какой-то такой, типа, да? Да, вот какой-то такой. Так, еще пару палочек и пару бревен. Ну вот, бревна, благо, у нас тут есть. Сейчас захерачим пару штук. Такс. Ох, блин. Норм. Норм. Ай, блядь, поджёгся. Да хватит! Не, все нормально. Так, давайте камней возьмем. Пополним наш, так сказать, запас. Вы чё нахуй издеваетесь? Что это за говно? Как это понимать? Ну ладно, пока посижу так. Сраные птички, они меня не предупредили. Ах, вы дряни, сволочи, мутанты, но... Я хочу в peaceful режиме играть. Как это сделать? Сейчас надо съебаться по-тихому на берег. И поочковать пока там. Они уйдут по своим делам. И я тогда... Ну, сейчас зайду в настройки, посмотрю. Может, настройки мне что-то скажут. Options! Такс. Mouse inversion... Color graphics, grow. Ну тут нету ничего. Ребятушки, это ложь. Или просто как-то не очень очевидно. Но эти патрули вообще охеревшие в край. Я только пришел. Они уже здесь. Хорошо, хоть они меня не заметили. Так, еще палочки и брём. Рубайся ты, ну. Такс, такс. Да поднимай. Так, больше не надо, да? Еще одну палочку надо. Так, камни. Так, sleep to feed energy, save game, follow icon, back to camp, thank you all to camp. Так, что тут можно построить? Мне бы, честно говоря, плот проверить. Но хер я его проверю, потому как у меня нету ткани. Поэтому давайте-ка я буду строить стену. Такую стену. Так, как-то ровнее ее поставь. Да, будет норм, я думаю.
Так, ну особо аборигенов я тут не наблюдаю. Поэтому давайте разорять матушку природу. Да падай ты уже, ну. Что-то не очень оно по физике упало, ну ладно. Так сойдет. Так. Секунду. Пардонс. Продолжаем-с. Блин, не видно ни хера. А что такое? Что это за свет? Вот-вот колоды, кстати. Хорошо, что они подсвечиваются. Такс. Ну, блин, я думаю, ночью тут будет вообще ад. Негры ночью воруют уголь. Вот так оно и будет. Потому что я уже не вижу многого. Тем более, когда придут сюда эти туземцы, это будет вообще... Так, это дерево. Бля, я не вижу ни хера. Фонарь, блядь. Дерево, которое застряло в камне, отлично. Может, я таки изрублю его? Да, изрубил. О. Офигеть. Так. Одна стена есть. Сейчас. Вторая стена тоже, в принципе, есть, можно сказать. Но, блин, темно, как я не знаю. Давайте попробуем поспать. За мной хоть тут не пришли, пока я дрых. Вот уже рассвет. Я, в принципе, не наблюдаю, но... Так, спрячь нахер зажигалку, чтоб не палиться. Но я надеюсь, музыка мне подскажет, когда ко мне уже... Нет, когда она подскажет, будет уже поздно. Такс, такс. Это явно не по физике. Потому что она должна была падать сейчас на меня. Ну ладно. Так, по-прежнему я могу таскать только две колоды. Но хорошо, что хотя бы две, а не по одной. Так. Какой чудесный рассвет. Славно, славно.
Так. Да я в курсах, что я хангри, но сейчас, подожди. И вроде бы все спокойно. Не хочу, конечно, накаркать, но вроде бы все спокойно. Да, я не вижу, в принципе, никаких тут. Да, блядь, я не вижу никаких тут вражеских каких-то активностей. Не, нихера. Что? Что это я такое говорю? Вообще ни одного врага. Сраные мудаки. Вас там, конечно, всего трое, но, блин, у меня всего один коктейль. И еще учитывая то, что вы убиваете вообще нафиг с одного удара, то... Что ты там очкуешь? Вали нафиг отсюда. Видите, я по стелсу вообще. Ого. Дрыменули. А куда они? Вот кобры очковые. О! Еще один пришел. Это вождь. Вот, смотрите. Птичка прилетела. Видите? Доказательство. Моей теории. Они меня спалили, да? Блять, они идут сюда. Они идут сюда. Так, уходим отсюда по-тихому. Уходим, я не хочу с ними связываться. Ага, хорошо. Это что за танцы с бубном? Это они стали умнее, типа? Вообще упоролись? Да, действительно, они стали умнее, айшник полностью переработан. Господи, вы неисправимы. Да свалите вы отсюда, ну ей-богу. Что ж вы такие конченые? Ну чё, а какие у меня еще есть варианты? Больше, в принципе, никаких. Вот сейчас вождь просто ихний уйдет. И можно будет зарашить. Хотя, я не уверен. Так как я их убиваю там за ударов 6, а они меня с одного могут переебашить. Тем более то, что я без брони. Там мы видели все, как помогает броня, поэтому... Не думаю, что есть у меня какие-либо шансы. И этот еще там круги стал нарезать, да, этот конченый? Да. Они стали заметно круче. Айшник просто поражает. Давай сюда, блин, конченый. О, попал. Молодец. Отвали! Не подходи ко мне!
Не подходи ко мне! Я конченый! Не подходи ко мне! Со спины обходит тварь, мразь. Бля. Больная нахер. Что за говно? Бля. Руки в крови. Это... Я выжил. Большая победа маленького человека. Сегодня вы это видели. Это мне стоило титанических усилий, но я все-таки победил. Они не стали умнее. Они просто стали имбанутые. Зато теперь это мой дом. И вот сейчас я построю им напоминание. Так будет, сука, с каждым. Так, мне нужны еще 8 голов и пара ножек. Все будет. Так, а у меня там лекарств никаких же нету. То есть, я все, я уже труп, можно сказать. Ну, по-другому никак, потому... Все. Они мне снесли все здоровье. Вот черт. Ну, это плохо на самом деле, но... Я победил, в любом случае. Победителей не судят. Так, ноги тут еще. Камни. Странно, тут вроде нету ихних тотемов, а они сюда ходят. Потому что, ну вот, в прошлом было, что именно им нужны тотемы. Вот они, где ихняя территория, они ставят тотем. Или там, где они обходят. Сейчас этого не было. И странно, в принципе. Блин, мне бы нормально пожрать, а не эти ягоды. Но я думаю, сейчас какого-то короля найду тут. О, паук! Я пауков не замечал раньше. Так, это замечательно на самом деле. Так, ну чё, понты? О, не-не-не! Моя еда! Моя еда, стой! Так. О, тут короли бегают. Есть.
Не, ну этого пока не нужно. Ой, игуана. Или это варан? Это скорее варан, чем игуана. Просто я привык, что большие ящерицы можно смело называть игуанами и не ошибешься. Вот. Вот еще варан. Бля, да тут целый выводок. Так, ну пошлите, изготовим одного. Или короля изготовим. Ну, в принципе, тут насрать, кого готовить. Такс. Дай-ка этого кролика. Ой, блядь. Ну все, я сгорю сейчас. Да хоре уже, ну. Господи. Какой же ты... Славный воин. Ага, а чё ж я отхожу? Какого хрена ты пришел? Какого ты хрена пришел, сука? Боже мой, боже мой. У меня ни лекарств, ни хера ж нету. Твою мать. Все, помылся. Ну чё, давайте. Чё, хули там, финальный бой все-таки. Либо все, либо ничего. Это мое место. Я должен его защищать. Где ты, мразь, тварь? Иди сюда. Вот он я. Тут. Перед тобой. Ой, двое. Какого хера вас двое? О! Что? Мне показалось, как будто их еще прибежало там. Но, судя по всему, так оно и было. Они, короче, подмогу привели. Я был прав? Ну да. Быстро они меня оприходовали. Ну все, мне отсюда, в принципе, уже не выбраться, потому что я знаю, что тут на выходе уже стоят эти муфлоны. Вот. Поэтому, ну, в принципе, вот такая вот игра нынче стала Forest. В нее стало играть намного приятнее. Ну, во-первых, после уже третьего обновления. Во-вторых, стало намного в нее приятнее играть с новой видеокартой. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.